В отличие от других видов боевых искусств, основой дзюдо являются не удары, а техника борьбы в стойке. Здесь говорят, меньше силы, больше действий. Дзюдо – это такой вид спорта, очень сложный по технике. Здесь делаются броски, удушающие, болевые. Ну, по юношам здесь нет такого, потому что здесь щадящие варианты. Такой, кто, как говорится, более ловкий, побеждает более сильного. То есть дзюдо – это как бы в переводе на японский – это гибкий путь к победе. То есть человек более подготовленный, но физически слабее, может выиграть у более сильного соперника. Сегодня на татами подростки 11-15 лет в разных весовых категориях. По оценкам судей, как и в прошлом году, Искитим занял первое общекомандное место. Из 165 участников пятеро наших спортсменов стали победителями.